Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно произвести откат прошивки на любом, в принципе, блоке. В данном случае мы будем на Mio 164 откатывать блок CGV, так как при обновлении через DAS Offline накатилась неправильная версия программного обеспечения. Не знаю по какой причине, но DAS Offline подкидывает старую версию программного обеспечения, это именно в этом блоке, и происходит некорректная работа блока. Здесь мы видим, да, что у нас вместо прошивки я, FF-ки какие-то левые, короче, и самое главное, что 0601 версия диагностическая. Должна быть 0603. Ошибок не видно, но на самом деле проблемы есть. Не видно, например, RDS блока, TPMS блоки отваливаются. И некоторые еще кодировки отваливаются. Это именно проблема с прошивкой. Сейчас мы подготовим, скачаем наши прошивки, закинем их. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы будем использовать новый калькулятор абсолютно Сергея Кленова. Будем через него скачивать CFF-ки нам нужные старого программного обеспечения. На самом деле она была там последняя. Не всегда нужно обновлять, особенно блоки CGV. Очень внимательно надо смотреть на софты и версии, чтобы они не были ниже, чем те, которые у вас уже прошиты. DAS Offline это не понимает, он по какой-то причине тупо заливает кривые софты. Также бывает с задним сам блоком. Мы уже неоднократно с этим сталкивались. Помогает просто откат прошивки. Запускаем CFF Downloader. И сейчас мы введем наши этот калькулятор платный. Можно его приобрести. Сейчас мы вводим наши CFF, которые правильные, и с помощью программы VDA мы будем их зашивать, откатывать обратно. Не забывайте также сохранять прошивки, вернее кодировки, с помощью программы VDA перед тем, как вы собираетесь что-либо делать, так как у меня уже сохранены кодировки. Я этого делать не буду. Есть видео, как сохранять кодировки на нашем канале. Будем CFF сейчас скачивать. Нажимаем Download и на рабочий стол закидываем наши прошивки. Данная процедура занимает не так много времени. Всего две прошивки нужно нам скачать. Третья прошивка, которая у нас пишется я, она не определилась. После того, как вы прошьете две прошивки, у вас появится третья прошивка автоматически. То есть все станет на свои места. Версия диагностики. Все будет работать как надо. Поэтому, еще раз повторяю, очень внимательно смотрим перед тем, как что-либо прошивать на версии софта. И смотрим, правильно ли они или нет. Потому что даже DAS Offline иногда косячит. Что не есть хорошо. Это уже не на одной машине. В данном случае я откатываю на своей машине. На Mio 164. Сохраняем вторую прошивку. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Как-нибудь подробнее я закидываем в папку VDAMA блок CGV наши две прошивки. Перед этим нужно распаковать.
скопировать и закинуть в нашу папку с названием нашего блока, иначе VDM не увидит. VDM мы будем использовать 5.1.1, специально сделанную под PARG. Работает она с CBF файлами, в стоке этого не происходит. Мы здесь будем сейчас использовать не PARG, а будем использовать VCI режим. Так как у нас C6 практически, VXDIAC, сид-калькулятор, чексумы можно посмотреть, здесь это для коробок нужно. Еще раз забиваем нашу CFF, мы случайно скачали SMRD файл, а нам нужен CFF. Так как мы будем через CBF это делать, нам CFF нужен, а не SMR проекты. Сохраняем, закидываем. Подключаемся к VDM. Сейчас второй файлик мы закинем. Все, теперь у нас есть оба файлика для того, чтобы полноценно прошить наш цеговой блок. И он восстановится полностью. Выбираем наш CBF файл. В данном случае он называется CGV-164. Подключаемся на скорости 500 кбит в секунду, не забываем проверять всегда. И вот мы видим наши прошивки. Flashware и аппликации. Закидываем их. Повторяю, что третья прошивка автоматически у нас там появится, ее прошивать не надо. Не забываем включить зажигание. И запускаем флеш. Ну, пошло флеширование. Прошивочки наши заливаются в наш блок CGV. Не забывайте подписываться на канал, смотрите наши видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Также у нас есть группа ВК, мы там выкладываем дополнительные материалы, какие-то ремонты, что не попадает на YouTube канал. Вот заходите, регистрируйтесь. Также у нас есть Instagram, где тоже, в принципе, есть материалы. Ждем, пока у нас закончится. В принципе, быстро очень прошивается блок CGV. Повторяю, что обычно это с блоком CGV берем, бывает, и задним сам блоком. Почему-то DAS Offline подбирает криво. Прошивки, поэтому очень аккуратно. Послетают кодировки, и некоторые блоки не будут видеться. Ждем завершения прошивки нашего CGV. Далее заходим, проверяем прошивку, ошибки удаляем в самом блоке CGV и проверяем. И видим, что у нас все софты стали нормальные, третий софт из я стал нормальный, как положено. И версия диагностических данных изменилась на 0.6.0.3. Видим, что у нас все кодировки на месте теперь, все строки кодировочные есть.
блок полноценно заработал, как и положено. То есть не всегда DAS Offline дает четкие рекомендации по обновлению софта. Нужно проверять софты все-таки. Вот таким образом мы произвели откат программного обеспечения в нашем блоке. Далее мы запустим программу в центре. Удалим все ошибки с других блоков. Ждем, пока запустится наша программа в центре. Версия у нас 20.20.12, самая актуальная на данный момент. Очень быстро работает. Без глюков. На ней, в принципе, и работает. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Это важно для продвижения видео. Самое главное, это способствует появлению новых видео. Я вижу, что этот контент нравится. Видим, что у нас версия 20.20.12. Выбираем наш автомобиль. Знаю, что это ML-164. Нажимаем автоматическое задание автомобиля. Программа сама выберет автомобиль, к которому вы подключены. Прошивали непосредственно в автомобиле. Ждем подключения. Программа переходит в DAS, так как на 164-й диагностирующей программе DAS. Далее будем производить короткий тест. Так как блок ЦГВ у нас перепрошивался, появились ошибки. Пока на шине блоки отваливались. Нужно обязательно сбросить по всем блокам ошибки. Ждем подключения. Как обычно, короткий тест. Происходит инициализация оборудования. Первый видим, у нас блок ЦГВ, галочка стоит, без ошибок, все прошилось нормально. Видим по некоторым блокам и мелкие ошибки, и то, что как раз отваливались у нас блоки. Ждем завершения операции. Короткого теста. Ниже видим тут наши телеграм и каналы. Можно по любому из них нам написать по поводу кодировок,
еще каким-то вопросом, мы удаленно можем произвести ремонт или кодирование вашего автомобиля. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки. Это важно очень для продвижения канала и видео. Тем самым я буду видеть, что вам интересен этот контент. Буду стараться делать для вас видео более качественные и интересные. Скидываем ошибки. Клавиша F9. Ждем, пока прочитают все блоки. Включаем зажигание. Включаем зажигание. И, собственно, наши ошибки все сброшены. Ждем завершения всех процессов работы в DAS. Смотрим короткий тест, видим, что у нас нету больше ошибок нигде в блоках. На этом будем заканчивать наше видео, так как самый главный параметр работы ЦГВ блока полностью восстановлена. Откат прошивки мы произвели. И восстановили полностью работоспособность нашего блока. Видим, что у нас все хорошо с блоками. Можно закрывать DAS и выходить. Закрываем DAS. Также закрываем программу в центре. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго, до новых встреч!